Желание путешествовать по свету, парить в облаках и погружаться на глубины морей у Анастасии Кашиной были с детства. С годами свое хобби девушка превратила в профессию. Парапланинг – это ощущение силы ветра, крыльев в руках, а также возможность полюбоваться захватывающими видами гор или моря. О своей работе девушка говорит без стеснения. Детская мечта, которая смогла воплотиться в жизнь. В детстве, когда я еще совсем была маленькая, у меня был зонт дома. Я все время прыгала с дивана с ним. То есть вот эти вот секунды, когда я парила, грубо говоря, с верхних тумбочек, то они запомнились. И сейчас я при взлете испытываю примерно те же самые детские теплые ощущения. Покоряет небо Анастасия как на параплане, так и в пешей прогулке. Рассказывает, за неделю приходится покорять до нескольких гор. Здесь, в Крыму, есть как небольшие холмы, идеально подходящие для пеших экскурсий, так и высочайшие горы, покорить которые можно только с помощью специального снаряжения. В основном все, что вы видите на экране, это дно океана, некогда находившегося здесь сотни миллионов лет назад. В реальности это рифовая чаша, которая миллионами лет, понятно, что после землетрясений и гидродинамики, превратилась вот в эту каменную реку. Вместе с Анастасией большая команда. У ребят есть одна сакральная мечта – уменьшить число смертей в экстремальных видах спорта до нуля. Спортсмены признаются, невозможно сказать наверняка, как к этому прийти. Главное – делать шаги с мыслями о великом. Руслан Пепеляев, телекомпания «Ветта», Севастополь.